вопросу оказания финансовой и технической поддержки, реализации совместных проектов, возможности участия в проектах, связанных с зеленой экономикой и цифровизацией малого и среднего бизнеса, стимулирования молодежи и женщин к предпринимательской деятельности, сотрудничество в рамках стартап-проектов. Этой тематике были посвящены обсуждения председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхана Мамедова в Брюсселе с представителями структур ЕС, Eurochambers и EU for Business. Целью визита азербайджанской делегации является изучение опыта стран Евросоюза в сфере микро, малого и среднего предпринимательства, а также расширение связей с соответствующими организациями в сфере малого и среднего бизнеса.